Вчера разговор с губернатором Могилевской области выявил ряд недостатков накануне уборки. Это характерные недостатки для Беларуси в целом, думаю, и для Гродненщины в этой ситуации. Мы подвергли анализу серьезному вообще экономическую ситуацию в области. Вижу, что и в Гродненской области у нас за полугодие, если говорить о традиционных показателях, ситуация желает лучшего и по валовому региональному продукту, и по другим показателям. Конечно, вы можете сказать, что база прошлого года все-таки была выше, чем в Могилевской области, и прибавлять к Гродненской области сложнее. Но поставлена задача, ее надо выполнять. Я не требую сегодня ни от правительства, ни от губернаторов, чтобы они добавили по валовому внутреннему или региональному продукту 5-6%. Задача стоит в этой ситуации сохранить темпы прошлого года. Выйти на уровень прошлого года. Гродненщина могла даже больше. Боюсь, что за оставшиеся полгода уже вам будет сложно превзойти уровень прошлого года. Хотя всякое возможно. Но уровень прошлого года не по статистике, а в реальном положении надо достигать. Потому что для Гродненщины, ну, это не характерно, что она там упадет даже на 1 или 0,5%. Поэтому эта задача для вас достижимая. Что касается сельского хозяйства, главной для вас отрасли, то, естественно, погодные условия немного усложнили уборку, в том числе и у вас. Хотя катастрофы для Гродненщины в этом плане я не вижу, потому что у вас и кадры молодцы люди, и подготовлены вы к уборке, как всегда, лучше, чем обычно. Я уверен, что вы уборку проведете так, как надо. Но надо все-таки учитывать вот эту спрессованность. Озимый ячмень, рапс, потом надо пахать быстро, чтобы озимые посеять, ну, яровые колосовые надо убрать вовремя. Но самое главное, второй укос трав хороший. Да. Особенно на Гродненщине очень хороший второй укос. На Могилевщине он лучше даже, чем первый. По объемам, по урожайности, особенно там, где успели подкормить травы второго укоса. Надо это взять. Это будет хороший резерв и запас кормов на будущее. Потому что таких погодных условий для трав вряд ли у нас еще будут. Я вообще не помню, чтобы так было. Ну, как по заказу. Попросил Господа, он тебе дождик подбросил. Поэтому вот уборка трав меня сейчас очень настораживает в связи с тем, что надо колосовые убирать, рапсы убирать. Будет отвлечение большое, основная уборка. И тут еще травы, но их надо взять. Это особенность. Ну и смотрите, как бороться с полеглицей. Полеглость колосовых очень приличная, вы это видите. Поэтому так же, как и на Востоке, да и по всей стране, одни и те же проблемы. Но это проблемы извечные у нас в Беларуси. Все остальное для уборки, особенно в Гродненской области, налицо. Специфический вопрос мы ввели без виз для граждан Литвы, Латвии и Польши. Это, прежде всего, зона ответственности ваша, граница. Ваши впечатления, ваша точка зрения на это? Стоит нам его сохранять, этот безвизовый въезд? Как люди реагируют, приезжие из Литвы, Латвии и Польши? И наши люди, главное, наши, как к этому относятся? И так далее. То, что власти там в бешенстве, это вы тоже знаете. До дури доходит уже, на детей там накатывают. Вот и вся свобода слова и права человека. Но, тем не менее, как наши люди на это реагируют, и ваша точка зрения на дальнейшее продление безвизового режима. Ну и когда-то мы с вами договорились совсем недавно, уже 2 года работаете. Почти, время, да, пролетело мгновенно. А вообще это уже 5-летка по той напряженности, которая существует в стране. Говорили по здравоохранению, в том числе онкологическом диспансере в Гродно. У нас его нет.
Да. Пока нет. Это, кстати, родное ваше. Вы хирург в этом плане, работали с онкологически больными. И как у нас там продвигается строительство? Тоже. Потому что нам надо построить онкологический центр на Западе для Гродненской области. Может быть, несколькими штрихами поговорим в продолжение вчерашнего разговора о дальнейшем развитии системы подготовки врачей, кадров для здравоохранения. Спасибо огромное за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные проблемы области. Действительно, мы последние полгода видим некоторое снижение объемных показателей, но в период таких внешних шоков в первую очередь упор был сделан на финансовую эффективность работы предприятий в области в целом. И здесь показатели оптимистичны, у нас увеличивается наполняемость бюджета по сравнению с прошлым годом. Владимир Степанович, вы хотите сказать, что у вас физические объемы были, мы могли продавать, но вы это не делали, потому что смотрели на финансовое состояние. Это в мало каких... У вас в физических объемах уменьшение. Так вот, в физических объемах отдельно предприятия могли бы, конечно, нарастить, но здесь упор сделан на то, что обеспечить стабильность работы, обеспечить рабочие места и достойную зарплату, и финансово-положительный результат, ну и параллельно выстраивать новые логистические цепочки, искать новые рынки сбыта. В целом у нас положительная сальдо торговли товарами на внешних рынках выросла и составляет 635 миллионов. И прибыль выросла, чистая прибыль предприятий до 1,2 млрд. Это выросло на больше, чем 20%. И уменьшилось количество убыточных предприятий. Понятно, проблемы есть. Понятно, что многие как бы снижают объемы производства по субъективным либо объективным причинам. Наша задача вот сейчас воспользоваться тем моментом относительно финансовой стабильности для того, чтобы, вы абсолютно правы, попытаться к концу года восстановить объемы.